Честно, нет, мне бы не хотелось бы. Несмотря на то, что у меня остались хорошие эмоции после того, как я в этом году выступала, правда хорошие эмоции, потому что, еще раз говорю, что в центре события, внимание и так далее, и всем нравилось то, что мы делали, и несмотря на то, на это очень большое волнение. Я даже так переживала в полуфинале, что я думала, что я умру. Честно. Да, если бы не было бы той команды, которая была со мной, я не знаю, что со мной случилось бы от переволнования. То есть я переволновалась. Не то, что волновалась, я очень сильно волновалась. Поэтому я не знаю, если бы не было бы девочек со мной и всей вот полностью команды, мне было бы гораздо сложнее это все пережить. Поэтому второй раз это переживать не особо хочется. Ну, время еще есть. Ну, никогда не говори никогда, поэтому я ничего не могу сказать. Но я сейчас отвечаю от души, от после того, какие у меня эмоции остались. И искренне, я бы не хотела бы сейчас. Вот я так отвечу. А что будет потом, я не знаю.